подключают, и в результате... Вплоть до пожара это все происходит. Да, зачастую это случается. Если мы, скажем, взяли однокомфорочную электрическую плитку... Как бы посмотрели в Ютубе, как это делать, не зная нюансов и тонкостей. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я мастер по ремонту электрических плит и духовых шкафов компании «Ленремонт». Опыт работы порядка 15 лет. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Работаю в компании «Ленремонт» по ремонту электроплит духовых шкафов. Опыт работы где-то 13 лет. Давайте сегодня поговорим об электроплитах и духовых шкафах. В 2020 году. Допустим, если вы покупаете плиту, и она рассчитана на 7 кВт, то, соответственно, нужно, чтобы у нее был провод с сечением 3 на 4 и хорошая силовая розетка. Колодка рассчитана на эту нагрузку. Потому что зачастую мастера, которые как бы посмотрели в Ютубе, как это делать, не зная нюансов и тонкостей, или купив там дешевую розетку в магазине, понимая, что вроде она для плиты, раз на ней написано, что для плиты, не понимая, опять подводных камней, что с ней сможет произойти через год, подключают, и в результате розетка, которая не рассчитана на эту нагрузку, плавится. Из-за этого может сломаться плита, может быть короткое замыкание. Из-за того, что используется не тот кабель, может тоже произойти замыкание и так далее. Вплоть до пожара это все происходит. Да, зачастую это случается. То есть все равно при подключении любой электрической плиты, не только плиты, а любого электрического устройства, надо иметь маломальские познания по тому материалу, который должен быть использован для этого подключения. Если мы, скажем, взяли однокомфорочную электрическую плитку в магазине для бытового использования и включили ее в розетку, это допустимо. То большие электрические плиты, как коллега сказал, то у них очень большая мощность, у них очень большое потребление тока. И поэтому здесь необходим определенный кабель, определенные условия подключения. Как я говорил, все это может повлечь в итоге пожар. Это происходит частенько у нас из-за того, что подключают неправильно. Если хотите, чтобы все у вас было правильно, все хорошо, все работало исправно, обращайтесь в нашу фирму «Ленремонт». Да, квалифицированным мастерам, которые уже имеют определенный опыт в этом деле, которые отвечают за свою работу, дают гарантию, соответственно, на свою работу, и которых вы всегда найдете, а не будете потом бегать и по тем же как бы подъездам искать, где тот, который подключал. Брат, сват, родственник и так далее. Обратиться в организацию «Ленремонт» вы можете по телефону 344-44-44. И вы получите квалифицированную помощь на дому. А главное, мы даем гарантию на свою работу 1 год. Желаем вам, чтобы ваша техника работала очень хорошо и не ломалась. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, друзья. Если вам понравилось это видео, у вас появились вопросы по данной тематике, вы можете задать их в комментариях, либо перейти по ссылочке прямо на наш сайт. С сайта мы смотрим внимательно наш сайт, и вам бесплатно вас проконсультируют на электронку, либо даже позвонят и вас проконсультируют, если вам так будет удобно. Приятного просмотра.